Привет, родные. 3 года назад я отказался от всех предложений власти. Меня не удалось купить, и меня не смогли уничтожить. Я уехал, чтобы продолжать бороться. Несмотря на репрессии, мы выстояли и не предали. Сегодня время решать. Оставляем все как есть или даем нашей родине шанс. Я хочу вернуться в Молдову и поменять все. Голосуйте за нашу партию и наших кандидатов в округах. Мое возвращение домой зависит от вашего выбора.